rosemary and thyme. Remember me, the wandering man. She owns. La 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 la. Ну, Фёдор, конечно, как всегда, все напутал, кроме одного, что я веду сайт на середине мира. Найти его очень просто в любом поисковике, латинице середина черточка мира. Вот. И вся русская поэзия. Да, на середине мира тоже ищется. И вся русская поэзия середины, второй половины 20-го века, начало 21 века у вас. А сейчас прочитаю стихотворение к тому, что Фёдор говорил в начале. Памяти Сергея Белоусова Олди, лидера группы Комитет охраны тепла. Но было бы слишком долго объяснять, что это такое. В общем, памяти Олди. Песня о будущей жизни. По мосту над рекой простучал тяжело. Мелькание в окна или самих окон не различить. Будто лицо сквозь мелькание, мелькание нет, забвенье стекло. Как песню начать не вопрос, потому что уже голосят в нас самих. Это много меня, усопшие, фильм о них так и не снят. Время их вспомнить, не плакать, а петь, как они. Мертвые тем хороши, что не ропщут. Бесы поют ли? Нет, бесы петь не умеют песен о будущей жизни. А песни растут. Благодарю всех, кто молился, скажет жена. Молитвы, как деньги, идут переводом. Лучше почтой. Адрес засвечен. Понемногу, собрав буки и звуки в горлянку, начинаем. Вздох. Вздох струны ударных, помедленней, как идут по мосту над рекой. Вопль географии. Кёниг – одно из тех мест, где я родилась. О другом. РПЦ, как она-то здесь, а песни растут. Не отпевание, не поминки. Племя и девочка-дочь. Не индианка, не африканка. То и другое. Кая. Песни о будущей жизни. А теперь посильнее, в раскатку. Увеличив скорость, перехватив цепное дыхание. Далее катавасий, ярко нарастив ослабевшие звуки мягким и царственным рыком льва, медведя. Откуда? Из дола усопших, обители верных. Надпись на входе в глухой заповедник. Не пропускать миссионеров. Памятников усопшим не ставить. Лишний раз не говорить «джа». Победы над Вавилоном не будет, ее и не надо. Ни туземцам, ни золотым петухам. Но девочка снова растет. Страшно мне. Эта девочка Кая.